Тела сразу трех мужчин и одной женщины в возрасте от 23 до 35 лет нашли в заброшенном колодце села Плахтеевка Белгороднестровского района. Полиция установили, что все погибшие – жители местной громады. Следствие расследует инцидент как умышленное убийство, но с пометкой «несчастный случай», ведь следов насильственной смерти на телах нет. По неофициальной информации местных СМИ, причиной гибели могло стать употребление алкоголя прямо возле злосчастного колодца. Но в полиции не спешат комментировать эту гипотезу.